Новая тенденция в моде в Армении. Узоры старинных ковров отныне украшают одежду. Необычный синтез современного стиля и орнамента средневековья одной из первых увидела наш корреспондент Лаура Жусупбекова. Вот уж правду говорят, мода – это хорошо забытое старое. В данном случае в неповторимый стиль заложена сама история – ковроткачество, зародившееся в Армении еще в 3-м тысячелетии до нашей эры. Это искусство вдохновило дизайнеров на создание необычной коллекции одежды. Автор идеи Лилит Меликян создала модный тренд, используя орнаменты 27 видов национальных ковров. Колоритные принты с историческим подтекстом украсили плащи, сюртуки, платья, блузы, сумки и сапоги. Коллекция весна-лето. Судя по аншлагу на показе, новое веяние имеет все шансы прижиться в гардеробах. Больше всех в коллекции был использован орнамент ковра Ахпат, который представляет цветущий крест, окруженный птицами. Можно увидеть также ларийские узоры. Есть элементы из игловышивания 17 века. Удивительно, но громко заявивший о себе тренд родился в рекордно короткие сроки. На создание идеи, закройку и пошив ушло 2 месяца. Дизайнеры утверждают, что главной целью было заинтересовать молодежь, что, кстати, у них и получилось. Очень сложно внести в образ современных модниц элементы национального декора, чтобы они приживались и лаконично смотрелись. Вот эту трудную задачу мы хотели решить. Не экспонаты, не высокую моду придумывали, а то, что будет пользоваться спросом. А потому и цена роскоши, говорят дизайнеры, будет доступна среднему покупателю. Идея хоть и эксклюзивна, но все же коллекция класса прет-а-порте. Одежда, которая будет носиться и которую следует шить. Лаура Жусупбекова, Аванеса Копян, 24KZ, Ереван.